Так, здорово всем. Меч, магия, герои. Так, снаряжение. У меня тут есть бутылочки опыта. Может, все использовать? А что мне с ними еще делать? Пока конкретно не ясно. Так, по поводу привилегий. Ага, можем новый уровень получить. Тут надо их... Мне один нужен. Так, нужны мне эти дурацкие монетки. Так, ладно, у меня тут несколько новых зверей появилось. Это вроде укрепление надо зайти, да? Надо уровень поднять себе побольше. Так, ага, у меня зеленый змей появился. Так, наверное, их оставим. Так, и давай-ка прокачаем, во-первых, эту змейку. Так, а какой максимальный уровень, интересно? Не хватает. Так, до максимума доведем. Да, кстати, доводим. Вот это даже интересно. Так, а теперь мы еще можем улучшить? А, нет, тогда будем, знаешь, лучше что улучшать. Нам бы ближнего боя, ребята, улучшить, а не понужнее. Так, это у нас конюхи эти? Да, конюхи эти. Так, здесь надо улучшить. До синенького улучшим. Страдают довольно сильно. А, умение новое? Ух ты! Отлично! Так, и уровень им давай поднимем. Да, кажется, на этом у нас Ауфидерзейн. Так, ну надо этих немножечко подулучшить, во-первых, по уровню. На максимум, что можно. Так, здесь у нас... Улучшаем до синьки. Все-таки поиска ближнего боя. Здесь никуда не денешься. Чего вам открывается, девоньки? Жестокость. Хреновое какое-то умение, я могу сказать. Так, всадник, монах. Так, монахи это у нас хиллеры, тоже их надо подулучшить будет. Ау. Так, а где мне ту хренотень-то достать? Монахов-то подулучить. Убежище, конокрад. О, блин, понял. Надо по главам скакать. Воды.
Так, этих улучшили, ну... Давай-ка с эльфами попробуем, тоже им что-нибудь поставим вкусненького. Ага, вот блин. Да, чувствую, я с этим немножечко помучаюсь. Довольно конкретно помучаюсь, поэтому... Ну, хотя бы так улучшим. Так, ну, в принципе, у нас этот еще расположен, да? Ну, змейку тоже надо же. Сразу. Ясно уже. Черт. Так. Мы до синьки уже улучшили. С монахами такое не прокатывает, да? Но нам-то желательно бы еще подулучшить некоторые отряды. Хотя ладно, подождем, пока не горит. Так, что у нас там по заданиям, во-первых? Улучшение отряда до синего. Так, о, исследование скрипов. Значит, новенько. О, блин, опять по новости устанавливать. Ну ладно. Так, дракошка. Монахи. Лучница. Ах ты, подстава-то гольная, я понял, в чем прикол. То есть здесь на склепы одно, здесь другое. Так, ну драконы у нас будут помощнее всех. А вот насчет героя, кстати говоря, вот блин, лучника нам выбрать. Давай этого попробуем. Не совсем понимаю вообще их разницу. Но по идее по войскам дальнего боя он как этот... На Робин Гуда похож. Может и поможет. Сейчас проверим. Вот это вообще-то забавная тема. А, вот в чем прикол. I walk with the forest. А, это мы зеленку получаем. Урон хоть неплохой. Но, к сожалению... Хотелось бы получше. И? Нормально. Так, ладно. Дай-ка подумать. То есть все равно, как хотел бы или нет, мне надо будет улучшать все войска. Силы одинаковые, да? Так, теперь эти герои стали чем-то различаться?
1700. У них у всех разные свои заклинания, да? I will restore Erathia to its former glory. И это вот проблема теперь на данный момент, какого лучше выбрать, да? Это серьезная проблемка. А что там за события-то опять сияют? Понятно, все донаторское только сияет. Так, здесь у нас бесплатно есть. Давай откроем один, посмотрим, что дадут. Оу. Это уже интересней. Так, а здесь тогда два десятка используем сразу. Так, окей. Один оставлю так про запас. Привилегии. Теперь можем поднять, это хорошо. Лорд барон. Ага, плюс один ежедневное испытание подземелья. А вот это интереснее уже. Так, здесь у нас еще. Так, а подземелье-то у нас тут, блин, где, простите? Так. Арена, музей, колхоз, расписание. Рынок. Гильдия. Ладно, давай в мир заглянем. Может, там подземелье? А, вот. Реально, оно здесь. Так, плюс одно испытание подземелья. Понять плюс одно испытание подземелья. Не совсем въезжаю. Но попробуем пошли подраться вот с этим вот, ребят. Орлом. Заценим. Ну да. Хотя его, скорее всего, надо было посередине ставить между этими. В следующий раз так сделаем. Лихо. Даже уже интереснее становится. Так, вот тебя давай. А, мы так не поставим тебя. Значит, тебя как-то вот так вот надо. Вот так вот. По идее, должно быть получше. Просто если пойдут на центрального, там дракон, он, по идее, ДПС нормально выдержит. Хотя, если не считать того, что он боит дальнего боя, в принципе, что я не ожидал. Но это было логично. Ну ладно, проверим. Как он долго сможет, блин, прожить. Нормально проживает, я тебе скажу. Follow me to victory! Сюда погорцевали. А, вот эти, наверное, попытки дополнительные, я понял. И какой от них смысл, я так и не понял, ну ладно. Чтобы, наверное, наращивать все доспехи. По-другому варианта-то я здесь и не вижу.
пока. Надеюсь, тяжелее. Справились с горем пополам, я могу сказать, тут смело одно только. Ну сюда давай попробуем, конечно, но я сомневаюсь, что мы здесь можем одолеть. Ну, в принципе, было бы неплохо. Опа! Здесь мы почти, блин, на равных. Чё-то как-то не ожидал. 19 секунд, там хотя бы полминуты, блин, прошло. Чё-то как-то больно круто. Попёрлись. Ох, птичка эта дурацкая, блин. А мы её быстро завалили. Даже немного слишком странно. Там последнего мы еле-еле смогли одолеть. А здесь мы как пошли все прочесывать налево и направо. Может быть плохо. Follow me to victory. Не, ну тоже быстро одолели. Немного даже пугает. Вперед. Не, драконов, конечно, отвлекающие маневры здесь просто бесценная хренотень. Ладно, может, сможем пройти это подземелье. Я не против. Здесь уже слишком много. Ох ты, ё. Да. We will take back Stedwick.
довольно, конечно, круто. Так, система дозоров, компаний, сокровища героев. Да, тут еще много можно чего получать. Так, сначала посмотри журнал. Есть для быстрого улучшения отрядов. Так, собрав несколько определенных отрядов, можно активировать метку, да? Так, вы сможете выполнить задание, улучшив атлас или повысив показатель коллекции журнала. Коллекция меток. Так, вот это уже интереснее становится и необычнее. Вообще 8. Лихо. Довольно много. Я понял. Так, дозор. Когда дозор отряда усиливается, после отряда также увеличивается. Сила отряда также увеличивается. Ладно, замок. Погоди-ка, что еще тут у меня сияет, зияет? Может и повысилось, толку от этого пока минимум. Так, подземелье. Попройди все. Сюжетка опять, да чтобы их всех. Что там сюжетка, что здесь сюжетка, надоедает. Ну ладно. Я так думал, по подземельям попутешествуем. Вероятно, не судьба. Так, по поводу отрядов. Ну, здесь один уровень-то не смог нормально поднять, да? Какой? Лесной эльф. Надо ему уровень-то поднять. Ну, вот это уже другое дело. Так, кому там бы... Стоп, чё? Умение? Так, а дракошки мы можем какое-нибудь еще бы умение открыть? Нет, дракона пока трогать не будем. Змейки? Да, бы пригодилось, конечно. Но ей пока...
То есть мы от этих карточек, которые находим, ранком повышаем. Ёлы-палы. Да, здравствуйте, приехали. Ну, ему это надо. Они у нас стоят на блокировке. Здесь это нужно будет по-любому. Так, значит, у нас змейка. Вот. Ладно, давай, короче, этим еще уровень поднимем. Пятюню. А и на этом хватит. Я бы не отказался на арене поучаствовать. Assassin Creed. Что это за фигня? Так, лагерь разведчиков. Чё, прости? Мне это, конечно, нравится, но я не понял, что это за хренотень. Какие-то призы откуда ты берешь? Ну, короче, понятно. Тоже целая тонна всяких вещей. Ну, хотя по очень различному сделано, что хорошо. Хорошо, наверное. А, вспомнил, что это за хренотень участок, блин. Здесь мне как-то по жопе-то и надавали, да? Слушайте, хорош так трещать. А, о, пропустить можно. Они спокойно это разберут. Хотя относительно спокойно. Ребята-то крепкие. Мягко сказать. Follow me to victory! Да лихо. Ну то там уже к синему вооружению идет все. Так что понятно все, откуда что берется. Ну да, попробуем. Правда, я не уверен, что там так все хорошо получится, как мне бы хотелось. Ну ладно. Выдержат, не выдержат. Это что за скоробеи там? Они не такие мощные. Ага. Но надо проходить на 3 звезды. Этого мало. Ладно, случай в таверне.
со всеми, я понимаю этого. Понял. Ай, ну ладно, так, давай немножко на арене поучаствуем или миссию проходим. Предлагаю на арене пойти к кому-нибудь помоськи насопатить. Тоже довольно-таки интересно будет. И куда я сейчас войду? Где эта арена? Вот она. В смысле тренировка? А там что было тогда? Стоп. Колосс, компания, рынок, гильдия. Где мне там звездюлей давали? На колоссе? На ресталище разве? А, да, на ресталище мне давали звездюлей. Пошли мстить. Больше войск не можем иметь. Сколько здесь максимум, мне интересно все ж таки. Тут автоматически все. Оббегание по флангам довольно умно сделано. Отнюдь. Обалденно просто. С кем поделиться? Чем поделиться? Нечем тут пока делиться. Ладно, на этом я закончу. Увидимся в следующем. Так, ну тут, конечно... Надо подумать будет. Вот на этого нападем потом. Еще на кого-нибудь. На это все.